Слышь, ну что ты там? А, еще говорит как утка. Он научился. Говорит как Дональд Дак. Ладно. Hello, everybody. С вами Данил Д. И аниматор Golden Freddy. Он тут что-то делает. И сейчас я вам скажу, как скачать игру Among Us на ПК. А почему ты безумный геймер? Ничего не сработается. Ничего не будет. Так, сейчас мы заходим, как это называется? Так, Google. Да, нашел Google. Родители, добрый день еще раз. Родители, пожалуйста, проверьте, у кого у ваших детей есть телефоны, не играют ли они в игру Among Us. Кто есть это? Такая игра, кажется, безобидная с виду бродилка-ходилка, но на самом деле она идет... Кто это? К самоубийству. Чего? В общем, такая, если сразу на первый взгляд посмотреть, да, ходит человечек непонятный, и там дают задания. Кто это? Задания сначала не безобидные, кто так тут? Скажем. Кто-то за дверью, кто-то говорит. Задание. Если кто слышал, что у нас такой сейчас случай, кто это говорит? В 3-4 школе. Может быть, слышали, да? Говорят про Among Us. Она повесилась именно из-за этой игры Among Us. То есть ей дали задание. Поэтому сейчас уже и учителя в этом в школах детям говорят, чтобы ни в коем случае в эти игры не играли. Сейчас я вам скину, как выглядит это приложение. Посмотрите, проверьте ваши телефоны ваших детей и удалите срочно и проведите беседу. Какого хутора без Никаньки? Чё? Аниматор Golden Freddy. Объясни мне, почему игра Among Us ведет к самоубийству? Что ты сказал? Слушай, ты у меня вообще-то в гостях, аниматор Golden Freddy. Ну объясни, почему игра ведет к самоубийствам? Потому что первое, там нужна логика, а эти создатели полностью дураки. Ну я не знаю, как в Америке создали такую игру. В Америке, Америка это фигня. Почему? Тебе что, ты ненавидишь Америку что ли? Ну да. Как? Я не знаю, почему игра ведет к самоубийствам, даже не знаю. Ведь это самая плохая игра. Почему это самая плохая игра? Нету ничего хорошего? Это просто обычный хоррор. Ну ладно, я лучше закрою ноут. Но,